И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак, Серега и подписчик. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, будем испытывать новый режим, который мы придумали недавно. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Мы будем ставить много аниматроников, по карте разбросано очень много точек спаунов оружия. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А Серега уже наставил очень их много штук. Оружия у меня нету, кроме монтировки. Ну, будем использовать то, которое на карте. Ну что, Серега, давай, удаляй забор. Ой, о, да, побежали, побежали. Отлично. Так, так, так. Смотрите, кстати, 40 FPS. А, нет, они, они когда в одном месте подлагивал. Ого, их там много. Блин, так минус 50 хп, может в реальной жизни заработать. Так, хорошо. Поставили спаун на крыше, чтобы они нас сразу не мочили. Так, побежал я оружие брать. Это все хорошо, но оружие намного лучше. А где их поставил? Где-то здесь. Чувствую. Нет, сожрали. Серега, ну что ж ты такой классный? Видно, вкусный очень. Бонька, за кем ты бежишь? Так, ну что, давайте, оружие взял. Готовы их наказывать. Блин, так, пацаны, чтоб я вас не замочил. А, ты не можешь забор перепрыгивать, мы тебе поможем. Ого, и тут. Веселье начинается. Надеюсь, ребята, поставите на лайкосик и подпишитесь на канал. Будет очень приятно. Стараемся для вас. Все, давайте, 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 чистите. Плохо нельзя с других паков ставить. NPC у нас есть, но не все. Смотрите, это вообще здрабаша. Виктор, ты вообще какой-то убийца. Кстати, знаете, что заметил? Когда в голову стреляешь, они быстрее умирают. Да. Да? Да. Ну давай. Есть такая буква в алфавите. Давайте еще возьмем патрончиков. А, вот еще оружка есть. Виктор Кошак, давай ты поставишь волну жесткую. Давай, что-нибудь интересное. Давай, именно сделай веселье. На тебе. А, кстати, трупы сами исчезают, я вижу. Так. Сейчас мы его немножечко подрихтуем. Я помогу Виктору. Ты что, псих, что ли? Зачем ты их сразу ставишь? А я в кусты. Все, понеслась. О, что я прыгаю здесь? Что за... Ах ты, блин, жопа, я испугался. Ого, тут марионет. Они, короче, с бордюра падают и умирают, заметил этот прикол? О, хорошо, что я на крыше появился. Ого, ты чё, псих, что ли? А ты смотри, Димас, посмотри сюда, посмотри сюда, они на лестнице. Ух, блин, я к ним упал туда, я понял, что они там умирают. О, я в доме. Кстати, на этой карте можно играть в прятки, тут куча домов, да, им везде заходить можно? Да. Блин, ну, ребят, ты что, хотите, ставьте плюсик, и мы будем записывать здесь прятки. С маленькими скинами. О, я в доме закрылся. Только у меня скин скример на весь экран. Так, побежал я оружку брать. Надеюсь, мне повезет. Я не сольюсь. Опс. Я думаю, тебе будет сложно взять оружие. Я тоже так думаю. Но у меня получается, пацаны. Они на вас отвлекаются. Эй, оружка, ты где? Мне марионетка. Так, я вижу. Валяю. Хоть трупы постреляю. Никого меня не оставили. Тут боньки бегают. Ай, да это марионетки. Марионетки классные, но у них есть большой минус, они с маленького сыта умирают. Это очень странно. Серега, я тебя прикрываю. Там за мной гонится засранцы, Димас, помоги мне. Я вижу, но для того, чтобы пройти... Ого, сальтухи крутят. Ха-ха, прикольно. Давай, давай, два, два ствола в голову. Три. Отлично, вот еще... Вон, Найтмар Фредди, валите его. Вижу, 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 вижу. Кошмарных мочим. Норм. О, все. Кстати, хочу, ребята, сказать, что эта карта вышла на мой день рождения. Это свежак. Отлично. Все, всех убили? О, попугай появился, он мой. Попугай, все будем дрыщать. И полетел. А ну в небо. Ой, в небо может лететь. Я думал, будет вниз лететь всегда. О, пошла жара, пошла. Попугай, давай, мочи. А, уже кончились. Их всего 5 штучек дается. Опа-опа-опа, смотри, что делается. Кстати, этот забор не может перепрыгивать, челик. А смотрите, что с этой стороны. Нет, нет. Отлично. Чика какая-то стрёмная. Ах, блин, на расстоянии убила меня. Ладно, без я рук. Я ее запомнил. Смотрите, как я отдыхаю, классно лежу. На бордюре. О, это мои глаза, что ли? Прикольно. Так, хорошо. Нифига себе, ты РПГшечник. Я могу тебя скинуть? Построчам не получилось, а было бы прикольно. Так, где тут оружка должна появляться? Я вижу. Бежим, бежим. Кстати, надо скачать еще какие-то оружки классные. Просто другие оружия, чтобы они спамнились, я не наблюдал.
Опа, опа! Ты решил вообще нам наказать всех? Давайте поняли, они сюда смогут забежать? А, они не могут. Ладно, давайте вот так поделаем тогда. Опс. Давайте, все за мной, мужики. Вот так, два ствола. Три. А че они не умирают? Они живучие засранцы. Нифига себе, я уже под пули немножко лезу. А как их убить? Давай воду заманим, они в воде умрут. Эх! А, они не могут. Они тут застряли, они на... Я бегу. Они меня съели. Опа! О, они могут перепрыгивать как-то забор. Он когда умирает, маленьким становится. Это как-то так смешно смотрится. О, что это за пингвины? Так, мочи, мочи его. Ой-ой-ой, это было опасно. Так, с этим оружием полегче. Так, давайте, знаете, кого поставьте? Сейчас я вам скажу, будет очень классно. Или давайте я поставлю. Трупы же сами исчезают, да, потом? Да. Ага. О, манюхи. Да, я хочу, чтобы челепиздриков повалить. Эй, а чё они так быстро умирают? Они же малюсенькие, вот и умирают. У них мало жизни, по 750 всего. А, как-то вы их очень быстро убираете, убиваете, давайте я других поставлю. Сейчас, 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 хорошо. О, вот кого надо ставить. Он батю своего позовет потом, я помню. О, уже FPS начинает падать у меня. Хорош. Тогда я оружку возьму. Видите, батю зовет своего. Ой, Дима. Да ничего страшного, обстоятельства, я понял. А, ого. Тебя не я убил, тебя они убили. Ого, вахханалия, у меня немножко FPS падает. Давайте удалю чуть-чуть. О, раздуплилась. А, еще и тут, с той волны остались. Ха-ха-ха, вы не всех убили. Так, а где оружка? Я что-то не вижу. Так-так-так, дробаш лежит. Дробаш тоже неплохо. Чпонькс. Так, ну чё, иди сюда. Будем наказывать тебя. А, она не бегает. На раскорячке, да, упала? Да, прикольно, вот так, когда умирает, как-то так, как в фильмах. Да. Отскакивает. Так, вон еще бегает, я вижу. Черепизник, иди ты сюда. Они за мной бегут, я с ними бегу. Давай, веди к нам их сюда. Мы тебя спасем. Так, надо взять, наверное, минидам. Ого, их тут. Что-то я погорячился. Они меня кусают. Что-то я погорячился, много поставил. Минидам. Эй, ты что сюда зашел? Серега, сзади, сзади. Отлично. Пацаны, мочим, мочим всех. Что ты, терминатор, что ли? Ты 800 вообще не умирает. Что ты мне делаешь? Прям по шляпе будем стрелять. Есть. По мелким стреляем. А чё вы не умираете? Они сильные, живучие. Очень живучие, сильные. Вообще не, может, не убивают? Другую меру? Не-не-не. Мне кажется, это будет имбово. Не, можно оружие какое-то другое взять? Есть у меня на примете, пацаны, знаете, какое оружие? Сейчас я вам покажу. Не хотел рассказывать. У меня тоже. У. Монетка? Да. А у меня другая. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, воздушный удар лазерный. Орбитальный удар. Орбитальный. Так, нормально. Виктор, ты меня не сожги. О, гони, тут все горят. Это жестко. А он живой или мертвый? Пацаны, давайте добьем. Вот еще здесь бегают челепиздрики маленькие. Попугайчик. Дивас, отходи. Отхожу. Ой-ой-ой, пошла жара. Просто исцеляет всех. Ой, и меня тоже. Извини, Виктор. Обстоятельства. Бум. Подстрелили челепиздрика. Истребление. Смотри, сколько их еще тут маленьких. Че, просрала монетка? А че она не стреляет? Перезарядиться надо. Понял. Смотри, ты тут всех сжег. Так, давайте посмотрим, всех убили или нет. Всех. Нет, мне кажется, не всех, кто-то еще остался. Хорошо, давайте я заспавню еще кое-кого. Наводнение, баланбур. Так, подождите, лимит, я хочу убрать лимит, мне он не нравится. Так, NPC 44, давайте 200 хотя бы. Хотя бы 200, сколько еще можно? Так, Серега, ну что? FPS начал падать до 40 кадров, а не опять 50. Взрывай бомбу. Три,
два, один. Бум! Вот это эпический взрыв, мне так нравится. Это очень сильно. Ого, мне кости аж торчат из жопы. Где я нахожусь? Ой, в каком веке? Серега, они живые. Их стой, давай я взорву. Да. Сейчас еще я поставлю. Я чисто с ними играл. Не, Серега, сейчас я взорву, я покажу, как надо. Они все равно живые будут, Димас. Нет. Вот они живые еще. Да ладно, да как? Ладно, я царь бомбу взрываю. Давай. Ничего себе на небе, смотрите что. Блин, так красиво. Давай, Серега. Три. Абдулла, поджигай. Два. Один. Чё-то нифига. Странно, сейчас. Видимо... Просрало. Ух ты. Меня раскрутило вообще очень сильно. Да, Серега, живые все равно. Что ты будешь делать? Ладно, давай я прям в них жахну. О, да. Все. А теперь шары потухли, я вижу. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все, пока!